Здравствуйте, друзья! Сегодня 30 сентября 2018 года. Я нахожусь в храме Серафима Саровского. И сегодня здесь знаменательный день. Сегодня здесь совершается чин великого полного освящения храма. Ну, сейчас коротко вам расскажу, как сегодня прошла служба. Я подошел к храму как раз, когда приехал епископ. Его все встречали, конечно, как всегда, очень радушно. Настоятель отец Александр преподнес ему букет белых роз. Как было в храме, конечно, все было очень торжественно. Сегодня видно было, что волнение присутствует и у священников, и у прихожан. Вот посмотрите, как проходило освящение, вернее помазание храма. Потом начался крестный ход, но все из храма выйти не смогли, потому что было очень много народу. И прибежал служитель храма и закрыл все двери. И вот я, ну еще, конечно, многие прихожане остались в закрытом храме в какой-то момент. Было, конечно, так тоже необычно находиться в храме, когда обряд совершается снаружи. Вот, в храме воцарилась тишина. Ну, в общем-то, и все. Потом был обход. Сейчас, да. Потом был обход с чашей. Епископ нес чашу, а два священника придерживали ему руки. Это тоже было так очень интересно и торжественно. Ну, в общем-то, и все.